Так, друзья, у нас следующая миссия в инкубации. Это самый сложный уровень. Первая версия игрушки 97 или 8 года. Жилая зона номер 2. Это уже, по-моему, или 22 или какая-то миссия. Так, первую волну нападавших мы полностью уничтожили, но они лезут и лезут. Если бы несколько сотен беженцев, так, висящих у нас на шее, я бы серьезно задумался над тем, как бы это поскорее убраться с этого места. Звонил ублюдок Урелис, хотел поговорить с ней. Я сказал, что не имею малейшего представления о том, где она находится. Он наконец-то предоставил наше распоряжение план освобождения Скайхалбы. Конечно, недели на три позже, чем надо было. Этот мерзавец просто взбесился, когда я сказал ему, что у нас нет ни малейшего шанса отвоевать город у скейтеров, и пригрозил отстранить капитана Резерфорд от командования. Эта скотина приказал расстрелять всех, кто попытается спастись бегством и покинуть планету. Так, истребить все виды скейгеров и условия поражения, как обычно, скорее всего. Так, все, советы нам перестали давать. Так, ну тут у нас все вроде бы как нормально. Маленький, наверное, пусть будет. Так, все виды скейгеров. В принципе, не так уж и много. Ага, я тебя не заметил так сразу сходу. Так, 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 патроны у нас тут есть. Ящика у нас тут много. Пожалуй, начнем. Да, малышу тут вообще делать нефиг, по-моему. I don't know, sir. И так бывает. Ready and willing. Даже так бывает. Чудесно, раз чудесно. Молодцы, с первого выстрела всех ложат. Молодцы, удальцы. Так, надо бы это... ящики пособирать. Сейчас мы его зацарапаем. Вот это сказочно. Привет, мужик. Наконец-то ты получил второй уровень одобрения. Блин, гребаный. Ебастус. Так, что мне с тобой делать? Be, sir. Ты бы хорошо бронированный дядя. Отдохни. In position. Ты ба, сюда никто не идет на нашу мину. То ли они меня не видят из-за этих кустов.
Ладно, подставимся. Даже тут такая штука есть интересная. Блин, зря я не поизовывал. Сам по себе. Вжарил, молодец. Really? Sir? В спину. Ну молодец, слушай, блин. Герой, блин. Тва. Это ж надо. Ready and will, this will help. На мину никто не ведется. Зря только поставил. B. Sir? Отлично. Кстати, мина один раз, я помню, 99 урона нанесла. Самое крутое оружие, можно сказать. А ты как думал? Конечно, one down. Really? This is good. В принципе, я не знаю, что они хотели от этого уровня, но он довольно простой. Ready and willing. Даже можно сказать сверхпростой. И ты молодец. Все. Все ящики собраны. Уровень пройден. Вот такой вот коротенький уровень, друзья. Счастливо. До встречи в следующий раз. Сохранимся мы, пожалуй, теперь уже в самое начало. Это у нас 22-й. О, боевая позиция у нас тут есть. Счастливо.